Шоколадные шелки. Разновозрастные. Светлый шоколад, так называемые лилаки, лиловые. Очень редкий тоже цвет. Шоколад дает, лиловый дает. Молочный шоколад и горький шоколад. Вот горький шоколад. Вот рядом с ним молочный шоколад. Лилак. Очень красивый будет петушок, необыкновенный. Офигенный цвет, просто офигенный. Вот бы их получить из шоколада и только как бы тоже в отдельную. Это просто сама нежность в отдельную селекцию лилаков. Вот лилак и шоколад молочный и горький. У лилаков шоколадные лапы, шоколадный клюв. Да. Ну, сейчас они подростки, шапка только вот у курочки, да, уже начинает формироваться. Хорошие шапки большие будут у петушков. Ну, их видно, что иракезики пока еще. Ну, вот курочка тоже. Шоколад молочный. И курочка горький шоколад. Пацаненки-лилаки. Ну, предварительно. Может быть, даже и курочка будет вот эта. У нее такое тельце. Похожая рядом со стоящей курочкой. А все вместе могу продать всех сразу. Пожалуйста, скопом. Не продадутся, оставим себе. Здоровые, привитые, пропоенные, отлично выращиваются. Попки чистенькие, носики чистенькие. Птичка здоровая. Чё, малыш? Малысёк. Других перьев, черных, рыжих, красных, серых, в гриве, в крыльях, в штанах нету.